Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Я никого в проект не зазываю. Я делюсь с вами информацией, а решение принимаете вы сами. Это видео по проекту NanoBit. Ну, прежде всего, хочу сказать, похвастаться тем, что проект платит. И моим выводом первым, вот $28 я вчера вывела. Значит, по регламенту вывод идет 48 часов. Так, перейдем на почту. Вот. Плюс 26.60.21.02.19 года. Вот 22 часа 11 минут мне пришел вывод. Комментарий NanoBit Club. Понятно это. Я довольна проектом. Значит, что я хочу сказать. Это я $5 оставила на март. Значит, март у нас на предстарте. И стартует он через 9 дней. Но тут отсчет времени идет. Когда он стартует. Значит, но прежде чем попасть на март, нужно оплатить февраль. $2 вот. Так, про январь вот не могу сказать. Скорее всего, что тоже надо будет оплачивать. Но февраль это точно. Значит, на март ну, всего $5. Ну и заработок здесь, конечно, хороший. Так, значит, это я вывела. До меня еще очередь не дошла. Это реферальный. У меня вот партнер, так как здесь живая очередь, старт по кнопке. Кто быстрее кнопку нажмет, тот и впереди. Вот. Это, конечно, кто боится потерять, лучше тогда и не заходить. Вот. Далее, что здесь сделали изменения. Вот здесь у меня написано, срок мой истекает через 12 дней. Точный отсчет я не знаю, потому что я только вчера заметила эту надпись. Вот. И в обязательном порядке через 12 дней я должна буду $2 занести на февраль. Тем самым мы подгоняем очередь. Это очень хорошо, я считаю. Все будут в плюсе. Очередь будет двигаться. Вот. Это, ну, отсчет времени. Ну, вот у меня сейчас на данный момент 12 дней. А там посмотрим уже. Ну, это бог с ним. Я закину сюда с удовольствием этих $2 и оплачу февраль. Значит, здесь вкладочка «Партнерская программа» у нас. Сейчас загрузится. Вот. Так. Отменить. Вот здесь вот этот человек, он вперед меня выходит, мой реферал. Нажал, так как это живая очередь, это все на скорость делается. Он уже получил доход, так как только после получения дохода мы получаем реферальное вознаграждение. Вот так. Я довольна очень этим. Далее, ADD фонд. У нас это пополнение. Здесь две платежные системы. Биткоин. Биткоин и Payeer. Сюда вносите сумму, выбираете платежную систему и пополняете как бы баланс. Здесь вот биопозиция. Здесь мы покупаем на старте. Вот здесь появится отсчет времени. Перед самым-самым стартом. Значит, на данный момент здесь две позиции. Альфа и бронза. Вот. Адреналин, конечно, подскакивает. И я покупала две позиции на февраль. И здесь ставим сумму, как бы, не сумму, а сколько вы позиций покупаете. Так как это матрица, я раз две позиции, я оставила циферку 2. И вот на скорость, это при том, что я постоянно обновляла, и тут уже считанные секунды, адреналинчик, ручки вспотели,
конечно, волновалась. И вот на скорость, кто быстрее нажмет. Очень интересно, конечно. Здесь вот мои позиции. Вот. Так как я вот на февраль не могла зайти, прежде чем я не зайду на январь. Я занесла $1 на январь. И в очереди я очень далеко. Так, ну это бог с ним. Вот. Ну, здесь вот у меня уже, я вот 254-я, у меня уже позиция закрылась. Потом вторая вот у меня закрылась. И вот это я, выходит первая позиция. Моя вторая, ну, первая позиция, ну, я же две покупала. 1744-я я. Тоже закрылась. И вот у меня еще я на второй позиции, и вот у меня на третьей. Далее вкладочка у нас идет. Здесь мы можем посмотреть очередь свою. Так. Надо, наверное, перевести на русский. Очень интересный такой проект. Так, отправить участнику, снять средства. Здесь вкладочка вывода. Здесь прописываю. У меня на балансе $5, да? Они берут комиссию $1. Это небольшая сумма. Как бы это, пусть бог с ним. Прописываем сумму. Опять выбираем платежную систему. Биткоин, Payr. Payr не было. Вот сделали хорошо Payr. Вот. И адрес кошелька. И сделать, снять вывод. Здесь появится зеленая вкладочка, что денежка отправлена. Вот. Здесь вот история транзакций. Значит, вот я депозит сделала. Купила позицию. Опять депозит сделала. Опять купила позицию. Это мне идет задействовано, что-то у меня еще ничего не закрылось. Далее вот я получила реферальное вознаграждение. Вот комиссию. Так, я получила 30 руб... ну, $30. Так, и сняла вот 28. Ну, здесь настройки профиля, выйти. Очень интересно. Я с удовольствием пойду, конечно, на март. Вот, ну я плачу, как придет время, еще как бы план альфа. Есть далее что? Группа на Facebook. Группа, конечно, там гудит, там, ну там общаются, в принципе, одни иностранцы. Вот, ну с помощью переводчика я как бы почитала это все. Ну, то есть все довольны, все рады. Вот такой вот проект. Кто хочет рискнуть, присоединяйтесь. Не хотите рисковать, ради бога. Я никого не зазываю. Вот. Здесь можно работать без приглашений. Так как эта матричка идет. Ну и выход здесь, конечно, будет в марте очень большой. Ну и мой вот реферал получил тоже уже как бы большую сумму. Ну, в принципе, на этом все. Я довольна проектом. Все супер. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.